После этого он выступил с проповедью перед осужденными, вручил им книги. Также поблагодарил руководство колонии за то, что оно пошло навстречу просьбам исповедующих ислам. До глубины души очень это все приятно. И выражаем огромную благодарность всем, кто участвовал в этом. В первую очередь руководству огромная благодарность, что пошли навстречу и взаимопонимание. Открытие молельной комнаты для мусульман в Алкатрии продиктовано самим временем, поскольку в учреждениях в Сенасии Пакурской области в настоящий момент бывает порядка 300 осужденных, которые исповедуют ислам. В планах открытия молельной комнаты для мусульман в следственном изоляторе номер 1 города Курска.